Давайте сегодня приготовим довольно простой и вкусный салат. Всем привет! Из свеклы. Первым делом нам нужен будет половина порезанного лука красного. К нему добавить половинку соли чайной ложечки и чайную ложку сахара. Это перед тем, как мы будем делать салат, нам нужно замариновать лук. Также мы сюда используем уксус 9%. Нам нужно будет 1 чайную ложечку. Перемешиваем все тщательно и оставляем наш лук мариноваться на 10 минут. Теперь приступаем к сборке нашего салата. Прошло 10 минут. Нам нужно 2 отварных свеклы. Мы их потерли на корейской терке. Следующий компонент – баночка консервированной кукурузы. Следующий компонент, который мы должны добавить – это зелень. Зелень любая. У меня укроп и петрушка. В этом салате чеснок не требуется, как в обычных салатах. Дальше теперь мы добавляем подготовленный заранее лук. Не забывайте, что мы его уже посолили. Поэтому с солью нам нужно будет быть аккуратными. Все, теперь тщательно наш салат перемешиваем и добавляем примерно 1,5 столовых ложки растительного масла. Примерно вот столечко. Все, теперь тщательно перемешиваем. Даем салату постоять 10 минуток и досаливаем по вкусу. Вот такой простой салатик. Приятного аппетита, мира и добра вам. Будьте здоровы!